Есть девятки. Нет, бери карту. Борис, я волнуюсь за волка. Как заставить его поверить в проклятие? Чтоб волк поверил, что его ждет дикий конец. А что с ним в своем бора в рова? Острый, что с концом? Тогда этот волк поверит. Может быть, но тогда это не будет проклятием. Не будет, ты это знаешь? Да, я это прекрасно знаю. А я вот прекрасно... Нет, стой, я прекрасен. Я так прекрасен, малыш. Скажи, что я прекрасен. Вы прекрасны. Спасибо. Видишь, Борис? Малыш согласен со мной. Дело закрыто. Ладно, что вы задумали?